Вязаные игрушки объединяют людей из разных стран. Подтверждение тому – тематическая экспозиция на выставке «Волшебство крючка и нитки». Здесь можно увидеть творческие работы из разных уголков России – от Владивостока до Самары, а также из Кипра, Израиля, Германии. Мы с руководительницами с форумов «Вязальные игрушки» обменивались своими изделиями. И даже это были взаимодействия форума, например, вязаные игрушки и, скажем, форума любителей шитые игрушки. И вот как раз на этом стенде представлены игрушки, которые пришли мне по такому обмену. На выставке в Музее народной игрушки представлены творческие работы участников клуба любителей вязания «Свяжем сказку». Игрушки выполнили в технике амигуруми 5 рукодельниц. Сюжеты работ самые разные. Здесь есть и сказки, есть животные, есть милые, добрые человечки. Я думаю, что выставка будет интересна и детям, и взрослым. Можно рассмотреть сюжеты, рассмотреть образы. И думаю, что работы всем очень понравятся. Семейный клуб любителей вязания «Свяжем сказку» работает 9 лет. Изначально его создали как учебный курс для детей. Постепенно в клуб стали подтягиваться взрослые разных возрастов. В клубе «Свяжем сказку» используют много форм работы, участвуют в благотворительных проектах, создают героев литературных, сказочных произведений. Занятия очень интересные, потому что они проходят не в форме какого-то строгого такого обучающего курса, когда мы все должны сидеть и вязать по какому-то плану. Нет, это больше похоже на кружок, больше похоже на посиделки, когда мы собираемся. У людей есть такое место, где они могут встретиться с единомышленниками и заняться любимым делом. Выставка «Волшебство крючка и нитки» продлится до 29 июня включительно, без возрастных ограничений. Светлана Ярунова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.